Всем привет, как настроение? Рэй на связи, и мы с вами сегодня посмотрим такую игру, которая называется Has-Been Heroes. Это мой первый запуск ее. Я не знаю, что здесь происходит, что здесь надо делать. Будем потихоньку с вами разбирать. Как мы видим по заставке, тут воюют с какой-то паучихой королевой. Драконы что-то тут делают. В общем, какая-то была эпическая битва раньше. Вот они все герои куда-то бегут. И осталось только почему-то двое. Наверное, я так думаю. Ага, вот они. Какой-то амбал. Видно, мечник и маг, что ли? Ну, по сути, да. Раз он с посохом, значит, маг, скорее всего. Ух ты! И к нам еще присоединились какие-то девчата. Интересно. Ну, посмотрим, что за игра. Я не знаю, какого она жанра, но думаю, понравится. А может быть и нет. Так, пролог, герои, открыть. Ну, давайте зайдем в героя. Так, 1, 2, 3. Это что такое, не могу понять. Так, никто не выбирается почему-то. Давайте пролог. Так, показывают нам какой-то замок. Дождик был, вот солнышко взошло. Кто-то орет там с башни у нас. Типа зовет, наверное, на помощь якобы, да? Так, а вот у нас, наверное, наш первый герой. Так, как-то немножко странно. И что нам надо сделать? Как нам двигаться-то? Ага, вот так. Ничего себе, он побежал-то. Угомонись, потише. Клик. Ага. Так, нажали, атаковали. Ну, а следующего чего? Что ты мне показываешь? Подождите для ближней атаки, что ли? Что-то такое. Немного не могу врубиться, что надо сделать-то? Так, опять атаковали, и опять пауза. Так, понятно, ребята, у него каждый удар, видите, копится шкала. Только после этого он может ударить. Ну, побежали далее. Ну, скелетик какой-то на нас идет. Зашибись, а он в броне, как его пробить-то? Ну, подождали. Так, якобы мы ему броню сбили. Угу. Еще разок. Так, сдох, что ли, нет? Да, рассыпался. Перейдите на следующий уровень, да? Ага, сундучок. Получили какой-то свиток, я так понимаю, да? И что? Новый спешл. Ладно, давай далее побежим. О, грибок. Бронированный почему-то оказался. Давайте свиток попробуем. Что случилось, ты не врубился? Съели мы его, что ли? Че ты глазенки-то выпучил, гриб? Если это, конечно, гриб. Ну, похож на гриб. Так, я что-то не врублюсь. Так, ну это в блоке, мы его не пробиваем. Я использую свиток. И я не успеваю на следующий удар накопить. Давайте так попробуем. Ага. Пробили мы ему броню. Он встанет. Копим энергию. Атакуем. Полетел, блядь. Так, ну что, вроде бы как разобрался. Вроде бы.
Да, система боя, конечно, здесь немножко очень странная. Я такой даже не встречал, если честно. Так, села она на камушек, задумалась о чем-то. Я так понял, это типа ассасина, ну, тиф, убийца, как хотите называйте. В общем, милишник. Опа-на, а вот у нас и заблудшие души пришли вдвоем. Так, скелетик, атакуем. Так, застанил, да? А что далее делать? А, ну да, тут же пауза. Так, амбал. В блоке скелет, еще разок. Так, ну у этих двоих тоже, смотрите, накапливается энергия постепенно. Ну только немножко как-то по-дурацки. А почему этот-то не пробивает? Не могу понять. С мечом. Монах, вон, воюет, будь здоров. А этот все мимо да мимо. Ё-моё, они уже приближаются. И довольно уже близко. Ну каписты энергия, ёлки-палки. Так, что там написано? Атака, чтобы восстановить... Хера не понял. Так, давайте еще разочек. Ну, застанем. Атакуем. Как она долго копится у них, а? Так, этого мы, наверное, сейчас добьем. Если, конечно, опять не приблизимся. Да ну, нафиг, бред какой-то. Так, ну застанили мы этого. А этого-то как подбить? Так, подождите, Драк Вариор. Блин, поменяться линиями можно, оказывается. Ага, все, понял. Значит, монах у нас встанет. А мечник в это время может добивать. Так, ну-ка проверим. Точно, все верно. Очень интересно, да? Значит, монах встанет. Блин, а что не делается? Почему не могу поменять? Я могу поменять только тогда, когда он освобождает мне свое место. Да, так и выходит. Действительно, ребята, система боя очень странная. Я такой раньше что-то не встречал, если честно. Ну, давайте добьем его. Так, у него блок. Вроде мечника, он блокирует. А монах почему-то пробивает. Так, сейчас я не могу поменяться, потому что они оба на одной линии стоят. Для этого мне нужно, чтобы... мечник ударил. Во время паузы поменять. Ё-моё, продинамил. Черт, я не могу привыкнуть, что здесь постоянно пауза после каждой атаки идет. Так. А какого лешего ты сейчас-то его убил? То не мог пробить, тут пробил. Опа, на, встретились. Excuse me, вы куда-то идете? Да, мы идем в замок. Ага. А, ну нам с вами по пути. Ну что, присоединишься к нам? Да, конечно. Ну тогда пойдемте все вместе. Вы не возвращаете? Конечно, нет. Отлично. Так, нажмите на рогу. Ну да, рога. Так, вот нас уже трое. Почему нельзя двигаться сюда? Вот, да. Добежали до замка. А это еще кто такие? Герои! Давно вас ждем. Так, мы пошли в замок, зашли. И что здесь будет? Так, король. Наконец-то пришли герои. Герой, как мы вас долго ждали. Нашему королевству грозит опасность. И мы возлагаем на вас большие надежды, типа. Нужно выполнить ряд заданий. Мои дочки вам помогут. Чем они мне, блин, помогут? Типа, принцессы присоединились к моему походу, блин. А куда мы держим путь и вообще для чего? Так, это что за рожа? Какой-то дракон злой, видимо. Так. Ваш мир в скором времени падет. Угу.
Какой-то пират. Дух даже, я бы сказал, пирата. Так, у нас первый скелетик. Значит, две принцессы сзади. Три героя. А... куда ты? Что такое? Замечательно поиграли. Сдохли, что ли? Точно. Так, и нас тут типа встречает... ну, вы сами знаете, кто. Типа, извините, ребята, такое бывает, да? Но есть один маленький нюансик. Вот я вам сейчас покажу этого злодея, который вас якобы убил. Это типа чистое зло. И ваша задача наверняка его победить. Вы как инь и янь. Типа добро и зло постоянно враждуют между собой. Хорошая, конечно, история. Так, и тем самым он нас вернул на место, на землю. Вот видите, как раз там метеорит был упавший. Ну ладно. Так, что происходит? Не знаю, Роган, но нас ждут великие приключения. Так. Что это у нас там впереди за кубик? Пип-пип. Какой пип-пип? Так, сундучки. Ну давай этот попробуем открыть. Пусто. Ага, вон там он был. А здесь вот что. А, еще нам дают попыточку. Ну, давайте используем. О, Рога молодец. Достал непонятный какой-то скилл. Поздравляю вас, вы выиграли. А все, больше ничего? Не дашь? Еще попыточку-то. Так, и что нам делать далее? Идти? Ну да, получается идти. Очень такая специфическая, конечно, игрушка. Но то, что вот нарисовано, она красиво, да, тут ничего не скажешь. Прикольно, по крайней мере. Так, а что, уже босс, что ли, сразу? Точно. Мы против какого-то мертвеца. Идет говнюк. Больно быстро он идет. Так, давайте используем кулачки. На кого использовать, я даже не знаю. А, он автоматически, что ли, использует? Не врубись, ни хрена. Так, метеорит, заморозка. А что там у него, блин, висит-то на нем столько? И... это что такое сейчас вообще было-то? Мы опять сдохли, что ли? Так, 0 из 50. Чего? Не пойму. Да ладно вам, ребят, вы что, издеваетесь, что ли? Новая игра? Да вы, наверное, издеваетесь на самом деле. Какого хрена-то? Да. Так, по-моему, карта сгенерировалась немножко по-другому. Эпический квест у нас, да, ждет впереди. Ну что же, ребята, давайте еще разочек попыточку, как говорится. Давайте до сундучка сбегаем. Сундук. О, какой красивый сундук. Его нельзя открыть, у нас нет ключа. Здорово просто. И толку от этого сундука, блин. Дрёна ложь. Ну хоть назад возвращается. Так, свечка что-то прогорела какая-то. С какого-то перепуга. Так, это что у нас? Лавочка какая-то. Здесь мы можем отдохнуть. Главное, они побежали, а девчонки, стойте на улице, мерзните. Так, что получается, мы здесь типа якобы подкрепились, восстановили здоровье. Ну, давайте вернемся обратно. Да что произошло-то опять? Ё-моё, что тебе не нравится-то все, а? Старик, ты задолбал уже на натуре, блин. Блять, новая игра. Это что, какой-то прикол или что, я не могу понять. Ну, зима, лес, дальше идем. Что? Пробегаем по-быренькому.
Так, ага, какие-то скелеты. Ну что, давайте подеремся с ними. Так, что это такое у нас? Заморозка. Так, кулачки. Метеорит какой-то. Так. Угу. Застанил. Так, давайте поменяем, наверное. Атакуй. Так, убил? Убил. Так, этому тоже отвесили. Черт, я немножко путаюсь, ребят, с этим. То, что здесь менять героев надо именно в определенной последовательности. Отлично. Так, скиллы очень долго откатываются. Так, какие-то души собирают у нас девчонки, я смотрю. Непонятно для чего и почему. Так, замечательно. Так, 128 хп отнял. Так, ты добьешь, нет? Добила. Так, давай-давай, копи, копи. Так, блокировка тебя не спасла, урод. Бей. Блин, да почему мечник такой, вроде бы здоровый мужик с мечом, не может грохнуть какого-то несчастного скелета, блин? А монах может, и рога может. Так, скиллы употребили. О-о-о-о, ребят, потише. Так, а тут еще, смотрите, оказывается, время идет наверху, и шкала у нас. Я так понял, это по атаке монстров, вот этих вот. То бишь, нам надо продержаться минуту, что ли, получается, так? Выходит так. Так, ага, иммунитет у него почему-то к атакам. Так, ну монах дает минус одну стамину. Честно говоря, пока не очень соображаю, что тут происходит. Использую все, что у меня есть. Так, отлично. Так, твой иммунитет от атаки, это получается надо поменять. А у него и к нему от... иммунитет, ну-ка, рога. Здорово. И как мне его убить? Так, давай-ка кулачки. И попробуем атаковать. О! Так, ё-моё, этот подгадывает так... А он откатывается вон хрен знает сколько. Так, встан. Ну, давай быстрее, ё-моё. Заморозка, блок у него тут сработал. Монах, давай добей. Тоже встан загнал. Ну-ка, рога. Ага, рога сделал свое дело. Ну, у нее сейчас откат по удару будет. Фига тут тактика, нужно думать, блин. Вот для чего здесь дана эта пауза после каждого удара. Чтобы продумать свой очередной следующий ход. Поменять героев. Да. Я же говорил, что это что-то новенькое. Так оно и есть. Так. Минус 25% чего-то там. На-ка. Блок, заморозку. Давай вот этого. Так, а вот этот иммунитет себе включил, хотя он уже спал у него. Так, застанили, убили. Нет, не убили, ни шиша. Когда убивает, там пишет, написано «Киллит новая цель». Так, добил, да? Хотя ни хера они уже не пишут, блин. Так, рога, молодец. Какие-то души копим, для чего, не могу понять. Причем они вдвоем идут с этими шарами и собирают души. Если это, конечно, вообще души. Вот, смотрите, 15-20 внизу, 15. Так, поменяли. Ну что, 0 секунд, все, должен пройти уже. Ёлки-палки, да неужели, блин? Прошли. Ну, я вроде уже как немножко стал понимать, что здесь происходит и как действовать. Давайте глядеть дальше. Давайте куда-нибудь... Там враг, давайте сюда побежим. Так, а тут только вниз, да? А, нет, прямо же можно. Так, а это что такое? Так, какой-то мужик 200 голды просит у нас за что? За то, чтобы крутануть шарики? Точно так и есть. Спасибо. Так, этот скилл, а что он дает? Иммунитет. Всем дает иммунитет к атаке. Какой-то, непонятно какой. Простите, на сегодня все продано. Ага, это нам он ответил. Так, ну давайте глянем, что тут за вражина у нас впереди.
Так, опять скелетики прут, да? Давайте начнем со скиллов. Так, откинули гада. Блин, поменять не могу, потому что все стоят на одной линии. Да копи ты уже, давай. Так, отлично, меняемся. Добьешь? Добил. Так, теперь, монах, твоя очередь. Так, теперь опять рогу. Давайте камнем киданем туда. Так, а поджигает только одного врага, я так понял, да? Ну ладно. Так, ну что, лед, по крайней мере, я смотрю, более-менее быстро накапливается. Так, по крайней мере, мы и сейчас откинули всех назад, что дает нам возможность манипулировать своими действиями. Так, заморозим. Что, не накопилось еще, что ли? Не накопилось. Так, в заморозку. Если это, конечно, заморозка, я так и не пойму, что это вообще за скилл. Могу отметить только лишь одно, что монах и рога здесь намного сильнее, чем мечник у нас. Так, опять иммунитет у него. Как против этого бороться, а? Но он в стане стоит пока. Монах вроде пробил. Мечник добивает. Мечник хорош на добивке. Вот когда враг в стане или где-то там валяется, он добивает неплохо, да. А видите, блок, по сути, бесполезен. Из-за него можно сейчас проиграть, потому что его не поменять, блин. Так, монах справился. Так, давай-ка. Так, ну он застанет. Ладно, монах добьет. А у монаха откатка, ё-моё. Давай быстрее. Так, застанил. Ага, все, пока нормально идет. Так, давайте заморозочку кинем. Блин, не выбралась. Вот сюда. Огонечку. Так, ну что, мечник добил, добил. У него атака мощная, вот это хорошо. Он добивает, но это должен пробить для начала. Видите, он все время упирается во вражеские блоки. О, рога там наяривает. Замечательно просто. Так, монах застанил. Ну, добивай давай. Блин, у него откатка по удару. И вот это вот надо все контролировать, ребята. Вы представляете? Смотреть на откат удара, на скиллы, куда поставить. То есть не все так просто и легко. И вот сейчас надо успеть поменять, пока он... Ага, вот так вот. Короче, жесть, жесть. Довольно сложно все здесь выходит. Но мне кажется, что это только все с начала самого. Потом будут новые герои, новые скиллы, новые удары. Все будет намного легче и понятней. Сейчас как бы у нас пробная такая игра, где мы еще только разбираемся, только смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, я вот думаю, а что если они подойдут вплотную ко мне? Мы проигрываем или что? Ну, когда вот нет у меня уже ни хода, ничего. Вот сейчас я попал в ситуацию, в дебильную просто. Скелет зажал. Ну, я застанил, поменялись. Ну, успел вроде бы. Так, а удара-то нету? Удара-то нету? А-тя-тя. Ну, и... Все, он меня зажал. А, нет, смотрите-ка, он отлетел. Блин, а этот с иммунитетом. Все, он убил моего рогу. Что? Так, ну, вернулись мы. Только не говори, что он New Game. О, блин, до одного не хватило. Что будет, если 50 набрать? Да нет, вы шутите сейчас вот. Вы шутите просто-напросто. Ё-моё, а. Хорошо, давайте еще разочек. Не пойму я немного сути, а как вообще ее проходить? Так, что-то такое у нас. Ну-ка, дай-ка сюда. Ага, какой-то пузырек получил. Но эта бутылочка у нас в инвентаре у монаха. Как ее использовать, я не знаю. Может быть, она автоматически там что-то дает. Так, опять скелеты. Так, ну ты как всегда у меня паладин в пролете. У меня будет только рога и монах здесь участвовать. А это что за мелкий скелетик еще впереди? Почему-то бежит не на нас, а от нас. Надо что-то с ним решать. Иммунитет. Замечательно.
О, монах дал дело. Рога продолжает. На кого поменять-то здесь, я даже не знаю. Но я знаю одно, что скелетик этот куда-то растворился. Видимо, он убегал с какими-то сокровищами. Его надо было подбить, чтобы отнять. Но это непроверенный факт, поэтому продолжаем разносить скелетов в щепки. Давай меняйся, монах, задай-ка жару. Паладин, паладин, паладин. Так, сейчас должен добить. Молодец, красава. Так, рога. Рога знает свое дело. Так, заморозка. Кулачки у нас еще есть, да? Застанили, добиваем. Ты пробьешь? Нет, пробил. Молодец, Палыч, молодец. Монах бьет. Паладин бьет. Так, что бы нам сделать-то, а? Поменять, не поменять. Давайте поменяем, наверное. Ну что ты не меняешься-то? Ай, тут никак, вот так сделаем. В блок встал, да, значит? Ну, хорошо. Застанил. Монах, добивай. Молочага добил. Теперь, может быть, вот так вот сделаем. Кинем в дальнего. Пускай горит немножко. Отнимает потихонечку жизни. И Палыч у нас добивает его. Нам осталось продержаться 30 секунд, ребята. 30 секунд. Рога делает свое дело. Добивает. Вот такой надо тактики придерживаться. Встан, Палыч добивает. Кулачки на роге. Рога разносит скелета. Вот эти вот маги, конечно, плохо. Что верхний, что нижний. Они какие-то усиленные, что ли, типа того. Заморозку. Да, блин, не откатился еще, а. Еще не откатился огненный шар у нас. Ну давай, быстрее откат. Вот еще бы скорость по откату удара было бы вообще замечательно. Добили. И мы проходим, ребята. Проходим. Ха, даже убежать не успел. Идиотус. Валяйся и отдыхай, придурок. Ну что же, мы продвигаемся с вами дальше. Что это у нас тут такое, я уже забыл. Ага, мужичок с шариками. Что ты нам на этот раз-то дашь, а? Давай что-нибудь хорошенького. Ух ты, это что за новенькая такая вещь? Блин, где описание? Описания нету у этого скилла. Что-то уничтожает противников на карте. Что-то типа того. Ага, опять у нас заварушка. Замораживаем. Я не могу одного понять только. Когда мы завораживаем, он разве немедленно идет? По-моему, как шел, так и идет. Замечательно, Палыч, сработал. Добивайте того замороженного. Не в кому там сидеть. Рога у меня. Добьешь, монах, как думаешь? Чё? А, у него откат по удару. Понятно. Так, еще раз заморозим дальнего. Ну, я, по крайней мере, ребят, уже хоть что-то начинаю понимать в этой игре. И это хорошо, в принципе, для нас. Потому что меньше будем тупить. И, соответственно, быстрее будем делать всяких дел. Единственное, что меня здесь затрудняет, это сосредоточиться на том, кого надо в первую очередь убить и кем. О, вот он что делает, ребята, этот скилл. Телепортирует всех в одну точку. Это очень даже неплохо. Ну, откатка у него, мама, не горюй. Так, добил, красава, паладин. Так, рога давай. Отлично сработано, просто изумительно. Лед и огненный шар у меня еще есть в запасе. Давайте используем. И туда... Ага. Ну, по 20 хп отнимает, это тоже неплохо все-таки. Тем более рога добивает. Монах не добил чуть-чуть. Думаю, сейчас паладин добьет. Отлично.
Изумительно. Добиваем этого скелетика. 35 секунд у нас осталось. Не даем им спуску. Не даем, ребят. Красава рога. Так, монах, давай добивай этого. Не добили, к сожалению. Но у нас есть лед. Будем использовать. Нет, только, наверное, не стоит. Что, остался один, 21 секунда. Жизни у него один столбик, хотя... Давайте пульнем. А нет, зеленая. Это значит, что, ребят, такое зеленое рядом? Это броня. Вначале мы сносим броню, а после этого уже основной столбик жизни идет. Ну вот что у меня вот эти мадамы собирают, я так и не понял. 57, 20 и 20. Что это? Не знаю. Может быть, потом как-то это все раскроется нам. Так, сундучок, есть ключ? Конечно же нет. А где вообще его брать, этот ключик? Ребят, мы бежим на босса. Кто у нас тут? Ох ты, какой-то... Чувачок с цепью на голове. Оба-на! Возрос! Мощный и больно быстро он двигается. Кстати, я хочу сказать. На огня. Ух, как рога у меня фигарит под крит. Все как полагается. Я, наверное, зря использовал этот скилл, но... Уж больно близко он уже подошел. Мог бы не успеть. Так, больше пока некем, да? Давай-ка, паладин, ударь-ка этого. В блоке он. Ну, если бы он в блоке, ты хотя бы пробивал бы ему блок. Уж на худой это конец. Так, заморозку срочно туда бросаем. Эй, вот, отлично. Блок. Монах, давай. Пробил, молодчага. Так, кулачки откатились. Давай, откат, откат. Вот, ему ставим кулаки. И бьем. Круто вышло. Паладин, добивай. Да что ж ты, не на того. Вот гады, блокируют удары и все. И хоть ты тут что делай. Не помогает нифига, а. Так, заморозили его, что ли? Да. Он у нас отлетает. Соответственно, у нас есть время что-то подумать. У нас откатился огонь. Давайте киданем. Тоже, вот видите, надо подумать, в кого лучше бросить. А, он поджигает целый ряд. Вот в чем вся фишка этого метеорита, ну, камня этого огненного. Он ряд поджигает. Будем знать. Кстати, и мы сгораем, загораемся, когда бьем их во время этого, когда они горят. Это не есть хорошо. Так, рогочка моя сработала. Палыч, да... Нет, ты, как всегда, в блок. Ну, монах тут не должен подвести. У него откат по удару. Нам придется ждать. Ждать, выжидать. Бей. С двойным ударом. Отлетел, да, он? Отлетел. Так, паладин, добьешь? Нет, станет его. Ну, стан, это и хорошо, и плохо. Блок. Все они стоят в блоке, а. Они что, успевают? Ну, накопить, что ли, не пойму я. Не, вот эти вот есть без блоков. Уж очень близко ты подошел, парнишка. Очень близко, иди-ка ты отсюда. Монах, давай его. Так, отлично. А монах у меня что, умеет новую способность замораживать, что ли? Что-то типа того. Раньше он не мог замораживать, а сейчас замораживает при атаке. Ну, видимо, там с каким-то небольшим шансом. Но тем не менее, давай, рога, у тебя откатка идет. Добивай. Замораживаем этого урода. Блин, ну был бы хоть какой-нибудь суперудар. А, вон у меня, ну он еще копится. Так, замечательно, отлетел. Отлетел этот босяр от нас. Монах, и неким дальше добить. У всех откат идет. У всех абсолютно. Так, заморозка на подходе. Монах влупляет. Рога, Палыч, ты как всегда. А нет, смотрите, Палыч пробил. Замораживаем. Ух, вот это да. А здесь у нас, значит, суть какова? Убить босса. У нас здесь нету ни времени, ни шиша. Ну, откатывайся, скилл, быстрее мне. Ты нужен очень сильно. Потому что я тут уже практически в полном окружении. Они прут без конца. Без конца. Так, кулачки. Добили. Босяра подходит. Подходит босяра. Есть, успели, да? Нет, вот, сейчас вот. Замечательно. Вот там вот и сидите.
Так, давайте каждого пропустим. Двойное убийство, замечательно. Но они уже потухли, поэтому мы не возгораемся. Рога, потом, наверное, паладин. Интересно, успеет паладин? Ну, пробьет кого-нибудь? Нет, он только станет. И жалко, что вот здесь нет такого, что если он, например, застанет в первом ряду, то задние бы тоже стояли бы. Нет, они проходят через него. Небольшой недочет, но ладно. Как говорится, что есть, то есть. Давай, кулачки двойные. Так, рогов, по идее, надо на босса направить мне. Сейчас поменяем. Давай, атакуй. Хорошо, она бьет. Так, у меня еще заморозка сейчас на откат идет. Поэтому паладин пробивает, надеюсь. Пробьет, нет? Как думаете? Черт, у меня все сбилось. Блин. Все сбил себе сам, а. Ладно, монах одного откинул. Рога добивает. Откат огня еще нету. Давай бьем. А теперь бросаем вспышку. Черт, они должны стоять. А, во, воспламенились, воспламенились. Это же замечательно. Так, босяра мы откинули. Солидно. Ух ты, опа-на. Вот это да. Трипл килл, эпик килл. Впервые раз такое вижу. Смотрите, у этого боссяры сколько брони. Ему постоянно броню приходится пробивать. А потом только жизни. Это практически надо, чтобы каждый делал ему по удару. Подходят гады, подходят скелеты. Этот еще не откатился. Ё-моё, чувствую, нам здесь кранты, ребята. Не успеем мы. Все, тут уже вплотную подошли. А-тя-тя. Бедные мои монахи. Ну жги ты их. Это меня не спасает, но хоть как-то, я не знаю, попробовать протянуть. Получится, не получится у нас. Жизней очень мало, очень мало. У них практически, когда такая толпа идет. Ой, все. Монах практически убит. Но он все-таки одного откинул. Это хорошо. Поменять не могу, нету этого. А, бежит. И не поместиться мне туда, слишком мало места, ребята, слишком мало места, чтобы... Ну, хоть под хил, что ли, какой-нибудь, я не знаю, ну... Это же не серьезно, на самом деле, этот постоянно восстанавливает себе броню, его постоянно... О, подождите, сейчас, если успеем, нет? Видите, этот... Воронка! Да что она не срабатывает-то? Да ё-моё, ну как так-то, а? Ну чуть-чуть не хватило, а? Воронка практически сработала, и все, ну-ка, что дадут-то нам? Вау, сколько набрали-то. И... Так, сундук какой-то мы получаем. Так, открыто... Чуть-чуть такое-то. Это что? Что мы открыли-то? Я не врублюсь. Так, давайте, ребята, еще разочек. В принципе, все понятно. Довольно легко и просто. Единственное, я не пойму. Вот тут ключей у меня 0, 300 монет и одна свечка. А свечка что дает? Я так и не врубился. Так, ну здесь мы пробегаем, здесь пока ничего интересного нету. Слушайте, а довольно прикольная игра, если вот так вот, как предположить, что там в дальнейшем будет, новые герои, вот это вот, и скиллы тут, смотрите, какая... Сколько скиллов они могут изучить всевозможных. У нас только максимум было на одной строчке по две, а тут их четыре. Еще бы понять, что эти дамочки делают две. Опа, что он нам даст? 75 голды за что? Какой-то хлеб получили. А почему у меня за этот хлеб отняли жизни? Отравил, что ли, новый гад? Так, кубик-рубик. Это же, по-моему, сейчас будем ящики разгадывать, да? Опа, она. Так, он спрятал какое-то сердечко. Ну, давайте попробуем. Болт нам, блин. Да, но он нам засовывает еще одну какую-то непонятную штуку. Так, новый скилл. Я даже в уме, как говорится, не... Что это за штука? Это все надо будет в бою смотреть. Так, здесь у нас что? Ага, палатка для отдыха. Ну, в принципе, как раз этот у меня восстановит жизни. Дамочки постоят на улице, померзнут, ничего страшного с ними не случится. Замечательно. А, нет, ребят, смотрите, не восстановил он себе жизни-то почему-то.
Ну что ж, давайте попробуем его накумарить. Так, монах, теорит этот, гори в аду. Так, что это такое дает? Ага, это дает, ребята, нам ускорение на откатку скилла. Так это же вообще великолепно. Да где он тут стоит, я не могу понять. Так, давайте еще под кулачки его поставим. Так, в блоке давайте рогой. О, вот это вот великолепно. Заморозочку. Так, я так понял, он один? А, нет, не шиша, он каких-то... Кого-то он призвал. Блин, и что-то уж больно они быстро бегут на нас. Монах, давай, 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 давай быстрее. Ага, отлично. Рога, рога, давай сюда. Это не рога, это, блин, паладин у меня. Рога, давай сюда. Так, у паладина... Паладина откатки нету. Вот сейчас поменять его можно, в принципе, и ударить. Нет, он все равно в блоке стоит. Ледянку. Обязательно ледянку. Он вызывает каких-то своих двойников-привидений. Вот этот вот скелет. Босс. Поэтому нам приходится еще с ними воевать. А сам он на этот момент куда-то исчезает. Только вот куда не врублюсь. А, нет, это вот он и есть. Немножко странный, непонятный босс какой-то. Что хочет, то и делает. Я как бы к тому привык со скелетами. Ну ладно. Давайте. Ё-моё, откатка, давай бей. Монах, бей. Кто тут у нас еще? Так, уроги, откатка идет. Ну давай быстрее, отлично. И, блин, они сливаются с этой, с полянкой, с этой, на которой мы деремся. Их не видно. Так, ускорение. Ну-ка, паладин звезда, не ему замечательно. Ты ему неплохо сейчас прописал, конечно. Мне понравилось. Так, этого минус. Бегут, бегут, бегут. Нельзя нам, ребята, отставать. Нельзя. Замораживаем. Пробили этого, пробили. Пока вроде держимся. Так, откат, давай, бей, рога. Огонь, что ли, шмальнуть. Так, доджик, промахнулись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай огнем. И добили. Нет, не добили, я имею в виду, оттолкнули его. Хоть и сами погорели немножко, но это фигня все. Главное не давать спуску. 140, умер сразу же, неплохо. Так, по одной хп, что-то ты как-то вообще жидко. Но он убивает, тем не менее, монаха. 139 хп, дед. Сдох, короче. Так. Он сглюнит, у меня откатка. Давай, монах. Заморозочку ему кинем. В общем, после каждого отката назад, когда мы откидываем босса, он призывает своих двойников теневиков. Двойников теневиков. Но, тем не менее, так оно и есть. По-другому не назовешь. 146, сдох. Так, ну что, большую часть хп мы отняли. Отняли. Если мы также будем держаться, то, в принципе, одолеем этого босяру. Двойное убийство, неплохо. Так, 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 давай вот эту вот скорость. Скорость, мне на откат скорость надо. Так, сдохли эти мрази. Давай сюда, рога вперед. Откатка прошла у тебя. Так, монах добивает этого босса. Так, у паладина откат, но пока он никуда не нужен. Не пригодится. Что, осталось совсем немножко, ребята? Совсем немножко. Он еще на одной ноге, что ли, там прыгает, я смотрю. Давай, добивай его, рога. Не удалось немножко. Ну ладно, огнем. Огнем у него, ну. Так, нет, он еще жив, но он горит. Вы посмотрите просто, сколько здесь надо манипуляций всяких делать, ребят. Ну, очень сложно. Очень. Для меня так лично, как бы с непривычки. Вообще. При этом еще успевать говорить, комментировать. Иногда даже думаю, что не в попад, что-то лопочу. Давай, монах. Так, уроги, откатка, паладин. Паладин, бей, рога, бей. Все бейте. Где босс-то? А, вот он, босс. Промахнулся, давай меняемся местами. А, нет. Не понял я. Че, у него жизни нету, он что-то прыгает. Вау, ребята, все-таки мы его сделали. Нифига нам денег подкинули. Ключик дали.
И поменялась у нас какая-то лока. Мы идем дальше. Вау, что-то новенькое. Какая-то вулканическая страна. Ой, страна, поле. Ну, сами видите, огненное. Давайте до кого-нибудь дойдем, по-быстренькому глянем. И надо мне маленько отдохнуть. Такие напряженные игры не усваиваются в моей голове сразу же за один присест часами проходить. Опа, вот это вот радует. Дай, пожалуйста, мне скилл, дай, дай. Чего? У меня нет возможности? А почему? Почему нет возможности? Брок. Это, по ходу дела, скилл не для меня, что ли? Не для моих персонажей? Ребят, мне обидно, но нам надо идти далее. И кто здесь? Ох, елки ты палки, еще не легче, а? Скелеты, ну уже довольно, я смотрю, какие-то усиленные. Особенно вот этот с мечом, который. Говори-ка нафиг. Ха, сдох даже. Так, рогочка ты моя красотулечка. Как бы это ни было прискорбно. Давай, бей. В роге что мне нравится, что она делает комбо-серию и успевает пробить броню. Но у этого дурачка, смотрите, сколько брони. Х1. Заморозили. Давай, 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 копи, копи, копи. Пробили, отлетает он сейчас, по идее, и мы... Блин, Палыч, давай, бей. Ну, рога добивает этого скелета дальнего. Отлично, все пока идет хорошо. Кулаки откатились. Ну, попробуй с кулаками. Ага, с кулаками он даже... Нет, я думал, что он сейчас пропишет комбо какую-то, а это он просто... Время паузы подлетел. Горите, урод, горите. Ускорение. Вот ускорение — это вещь, если честно. Вы посмотрите, он успевает за короткий промежуток времени сделать два, даже три серии ударов, пока мои копят один. То бишь преимущество налицо. Ну их уж больно дохрена. Там уже подобрался к монаху. Ага, зеленый чмошник — это лекарь, оказывается. Смотрите, что он делает. Он лечит своих. Вот оно в чем дело-то. М-м-м. Да, ребята, я не знал этого, поэтому как бы не придавал этому внимания. А надо было, по идее, его-то в первую очередь бить. Он захиливает своих. И то, что я бью, и они взад отлетают, они просто с отхилом. Все, рогу зажали. Зажали рогу моего. И даже огонь тут, я думаю, не поможет. Нет, неудачно. Неудачно, ребята, получилось у меня все. Хотя нет, и все пока у меня вышло. Вышло. Кулаки, кулаки, быстрее, монах, давай его. Ну, отлично. Так, замораживаем этого ближнего. Ё-моё, 26 секунд, а? И... Слишком долго идет откат. Слишком долго откатывается удар. Паладин, ты что у меня там? Ты не можешь так просто сдохнуть. Все, скиллы в дальних откатах. М-м-м, печаль. Пробьем, нет? Монах не успеет, наверное, пробить. Хотя успевает, но толку от этого мало, потому что они вообще нас зажали. Тут капитально, я даже не знаю, на кого чего тут делать уже. Все, зажали. Зажали, ребята, монаха. Ну что, ребят, я на этом буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Кстати, если понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях. Может быть, мы с вами ее будем продолжать проходить. Если она, конечно же, вам понравилась. Мне лично она понравилась. Разберемся, поиграем. Ну и все будет пучком. Ну, а на этом всем пока, ребят. До скорых встреч.